все здесь, хамашетта. Так, еще раз напишите, плюсики поставьте, если хорошо слышно. Я на бурмарта плюс говорила, я хшештелу от кембуса. У нас сегодня такой коррекционный день, без задобуем коррекция куна. Угу, хорошо, да, всем слышно, рахмат котта. Угу. Я тоже очень рада чувствовать нас всех. Харбур мазахскватки андан хурсаман. У нас сегодня коррекционный день, без добугон коррекция куна. То есть мы сейчас по вашим процессам пройдемся. Джарайон ларилидан отамыз. Пожалуйста, для начала, шун сурап каламан башиге, опишите свои процессы и результаты. Тарф берили узилан джарайон ларилиге, ва натиджа ларилиге. Может быть, у кого-то сильные обострения до сих пор. Может быть, у кого-то какие-то хронические болезни пробудились и пока еще не прошли, да? Кимлададур каттық кутарлыныш бугендур. Яни сурункялик кесалликля кутарлынып халы отмагендур, да? Опишите, пожалуйста, тараф берин, чтобы мы поговорили немного, да, с генегиапляшилик. Вообще, сегодня у нас должно было быть видеоэфир. Бугун бізді видеоэфир больше керейді. Помните, да, я говорила айткендым ман, но я так как забыла вообще, если дома ман чықып кеткен учен, сейчас быстро прибежала домой, тез етіп келдым уйге, после тренировок, тренировкадан кейін, поэтому я сейчас вообще не готова к видеоэфиру, да, хотя бы вот волосы поправить ничего не успела, сошларым тоғалап хищнерстеге үлгірмадым. Поэтому вы пока опишите, а насчет видеоэфира, может быть, еще раз сделаем эфир, да? Видеоэфир бойчи, я на балке битте эфир клармас. А сейчас пока что давайте мы опишем ваше состояние с захолат из гетаров берамас, да, и пройдемся. Шунда кордам, инсан озы блан озы курашишны корсаты бердес, озыны кинават кянаны. Бел оғырығы өтмейапты. Геморрой барды. Без ота қылмас еді. Хазыр жүді қозғалып кетті. Был геморрой, он вообще не мучил. Сейчас он обострился. Манда көтарылышла бір ма бір өтіп кеванман. Базыда аңилайапман. Базыда карма ойынлары кіріп кетванман. Бу нормал холат. Ойынларге базыда дарсланы тынымсыз ештіп. Ештіштен қорқаман. Чүнкі сразу көтарылыш болады. Көкіректі қорарох сұйықлық келіші башлады. Вот смотрите, Лола пишет, да? Через сосков идет некая жидкость такая темная, да? Лола, көкіректі қорарох сұйықлық келіші башлады, да? Смотрите, у кого такая ситуация, запишите себе. Я звалили кімді шынақа вазият болса, да? Вот машынақа обострение лобоса котарл нашла. Давайте еще раз вспомним. Я на бурмарте слимас. Вы взяли ручки, да? Возьмите ручки. Ручку ален колизге. И давайте опишем, да? Келин, я звалямс. У кого такая ситуация, в первую очередь, что мы должны были делать? Бірінші навбаты на қылышымыз керек еді. В первую очередь, что мы должны были делать? Бірінші навбаты. Так, секунду. Так, слышно меня, да? Эштельватта. Так, хорошо. Теперь, в первую очередь, что мы должны были делать? Бранчина об этом макальшима скереида. Мы исцеляем мысли, которые отвечают за этот процесс, за эту болезнь или за этот переход. Пишем, я звалямас. Без бранча ой хайоллана давалимас. Шу джарайонге джавоб берадиган ой хайолланы, шу кесалликке, да, коштырнағычы да огенда кесаллик маўжудмаз, шу джарайонге, шу оғырқлэге джавоб берадиган ой хайолланы даволимыз, иэртамыз.
Запишите, пожалуйста. Язвалин. На мысли обращаем внимание. Записали? Язделян плюс койварин. Язбоген босили плюс койварин. Если вы записали, плюс поставьте, пожалуйста. Угу, благодарю. Следующее. Кенгиса. Исцеляем и растворяем чувства и память, которая отвечает за это. Иртамас в ман этамас, ян иртамас в рад этамас, не рад, а ман этамас, наверное. Хслана в хотрана бунге джавап берадиган. Чувства и память. Сначала мысли, да, потом чувства и память. Хыс вахотралан. Исцеляем и растворяем. Доволим зва эратамс. Второй, да, это будет кинчиса. Потому что у вас есть у каждого память, которая отвечает за эту ситуацию. Сыздахар брызда хотарабор бу вазетки джаваб берады янчунки. Например, папа ударил маму в детстве. Масалан. Адес оизге кол котарды балалигизда. И вам ваше сердце начало болеть от этого. Юрегиз ауырыша башлады. И поэтому эта боль, например, перешло на чакру сердечную. Кокрек чакрасиге, юрек чакрасиге отып кетіп. Оно перешло на какую-то болезнь. Да, малым бір кесалекке отты. В такой момент мы сначала исцеляем мысль. Шынақа пайта біз алдын. Ой хайолы. Давалимыз. Растворяем. Иратамыз первое, да? Аданайт сибают первое. Ой, хайол. Мысли. Второе. Чувство. И память, которая отвечает за эту ситуацию. И кинчиса. Хыс. Вабудж ситуацияге вазиетке джаваб берадиган. Хотара. Это понятно? Будь шуналима. Кто-нибудь уже так работал? Ким дружишь людям шнака? Во время урока мы часто так делали, если помните. Дарс пайта копшина кагендеге сиздабуса. Помните, Силя дама? Угу. Угу. В третью очередь, учинчина батта, пишем, язин. Угу, отлично, молодцы, идеально, угу, благодарю, Джона. Угу, да, в третью, учинчина батта, это просто я напоминаю, да, вам, если от вам. В третью очередь мы исцеляем саму болезнь, да, в иллюзорную болезнь. В бу кесалликке. Бу сарапли кесалликке давалимыз. И, конечно, этот орган разворачиваем. Бу орган ачып чыгамыз. Вообще, болезни на планете Земля, чтобы вы понимали, да, вот вы знаете, да, озы кесаллекле ер, да, да, ер сайораста. Но это вот такой, это как бы много время занимающий процесс, да, коп. Вахт талап каладиген джарайон. Поэтому даже гуру, у которой аура белого цвета, у которых аура белого цвета, они вообще из себя излучают свет, да? Чун гуру лая, улан аура са ок рэнгда, да? Уляда аура с хархал рэнг бомида. Ок рэнгда ва уля факат нур таратада дишад, да? Даже они от онкологии, да, умирают. Даже уляем онкологии на уляда. По этой причине, шу сабабке кора, по этой причине немного время занимает сальвахт оляда. Нормально смотрите на это, бунги тора карин. Угу. Следующее, кенгисы. Дарс пайтлары хама орыкларым эргенды хазырды башка орыгым котарылынген. Бу табиджи район. Озым білін қаттық күраштаман, сұрункелік, кесәлік көтарылды, даваланы япман. Молодец, фақат күрашмастық ке харекет қылын, күраши ерітін.
Белымда битте точкада майын ауырық бар. Қызған чықлекларым нәтижесіні көре башладым. Уй ремонтыге жүді көп бұл қызған кәндім. Нәтижеді бұтын подъезі су алып, кәртті ремонт қазір уйымда. Уйдагиларда хамамызда асабелік жүді көтарылынген. Мандаги тізза боғымы, ауырығым отмайапты. Отады жаным, чүнкі майткендеке ішленмеген. Аяғымы астыда ауырық, жигарым томанда ауырық. Ауырғыла отмайапты. Ауырғыла отмайапты дегенлі, вот те, кто пишет, что боль не проходит. Во время урока, во время курса проходила боль, да? Курс пайтыда отудым ауырық. Англияшлар көп. Имконның барыча көтарылынышларге кірме апман. Молодец. Тізі боғымларда ауырық көтарылынды. Кодировать. Телепортация қалыш. Так, тұрмыш ортағымды берілерген жәрін қабыл қалай апман. Кодылаш. Салам, сағындым. Козым қызарып, жүдайым қаттық. Ауырай өткенді. Хазыр сізні энергияңызге уланып, ауырық тоқтады. Айтобы хам, маманы, ічімді. Ichimdagilarni aytyapti bir xil jarayonda da. Da. Semirish kuchli, g'ashlik o'tmayapti, yig'lagim kelyapti. Qopi, o't qopi, JKTda ko'tarilinish, oy xayollar yaratilinishi. Darslarni eshitishga kuchim yo'q, xohish ham yo'q, kasalliklarda ko'tarilinish. Elada darslarni eshitish juda muhim jonim. Kamida kuniga 2 marta eshitinimda kamida. 5 марта, 8 марта еще тормозис. Эллада пишет, что не хочется слушать уроки, и желания нет, и сил нет, да? А минимум 2 раза надо слушать, и кады вместе повторять. Кямды кемарта еще шкерек, ва кодлен бірге кайтар шкерек. Вот. Это очень важно, то есть без этого вы опять спуститесь в эти вибрации, да? Бу вибрации леги чешпки турасыз. Тұрмыш ортағымдан кемчілік топа беремін, фақат гепләшкім келмайды. Башқалар білен яқшы мұнасабатты боламан лекен. Хеч кем білен гепләш олмай қалдым. Абастренияда күчлі. Отыш даврыда оттым. Так, поставьте плюсики. Поставьте цифру 100, 100 сонны қойварин. У кого так? Ни с кем не хочется говорить. И обострение только обострение. Хочешь, я пешки с кем от кем босса во факт обострение будет кем босса юсон на кой варе. Да, вот именно вы. Вот ни с кем не хочется говорить, да, это нормально. Бу нормал, холет, хчкем лен гепешмаслигис, кемаслиги гепешкис. Пройдет время, азгина вахт от кенденкем, вам опять будете хотеть разговаривать, я на гепешкис келеши башида. Сейчас просто из игр всех выходите, хазахама, ойледен чекот кенниз учен, пока это нужно, хазача букерик. Вы можете спросить у сознания рая, да, джана тангидан сурашизмукун, они это же пережили, да, улем худышу нарслан ешаботкен. Вот, теперь это нормально, не хотеть разговаривать ни с кем. Пройдите это. Вот нормал холят, что мне гепляшки с кем из одного класса с гепляшек. Гепляшки не мнеманы гепляшардис. А о чем вы говорили? То есть вы о чем-то важном, да, бармухом на салан гепляшармадис. Вот, поэтому очень важно не разговаривать, да. Он кундан бері дарсны ештішні тоқтаттым. Жүдайым хохлап, тоқтамастан дарс қылып, юрудым. Жүдай ойынларге кіріп кеттім. Сарвуназ, он кундан бері дарс ештіш тоқтаткеніз нормальны. Чүнкі дан бергенсіз орады, бұ нормал холад. Яшқыгенсізден беріп. Дарс байдада ойынлеге харқыл кіріш болады, да? Ойынлеге кім ені қаттық кіріп кетті? 200 сонының қой бар елі. Кто еще сильно начал или входить в игры, да? Цифру 200 поставьте, пожалуйста. В основном новенькие, да? Асосан янги штрокчеля. Угу.
Это нормально входить в игры, да, как бы не стопроцентно не входить не получается. Юсфайс кармасли гилоджисы йог, ойнге крыш нормал холят, но я бы вам сказала бы, массы сгешнайт кем болярдым ки, будьте в доверии, да, еще он что-то болин. Вот ваша сейчас задача, да, с захозырге вазифес, коды повторять. Вот когда вы коды не повторяете, конечно, вход в игры будут, да, ойнге крыш болады. Кодланы кайтарыш керек, да? Кодланы кайтар олмаяпсыз, чунки. Вот все, кто 200 написали, 200 язгенли, если код кайтар олмаяпсыз. Кодланы кайтарыш керек. Мы же вам отдельно дали все коды. То, что мы вместе повторяем, бірге кайтарамызко, ошо кодланы кайтар олмаяпсыз. Где мы говорим? Меркаба код, Святой Дух, да? Меркаба код, Илохи Рух. Вот с ними не работали, да? Правильно спрашиваю я у вас. Торму. Вот вы вообще просто работу не выполняете, да, а поэтому... То есть, смотрите, курс так сделан, да, вот гармонично вы должны идти, да, хамохангдиды кетишки рейс. Курс шунака калинген. Курс бутунлай, агер айтылген, айтылген да бажарылынса, сіз мунака кыйналмаслигиз керек. Если по этому курсу все выполняете так, как говорится, да, то вы не должны так мучиться. Вы так мучаетесь, потому что вы не выполняете, да, то есть коды не повторяете. Например, вот прям надо устно повторять эти коды, да, олозис чикары бу кодланы кайтарыш керек. Запишите себе про коды, кодлы хақыда язвалили озилеге, кайтарыш керелеге хақыда. Вот Калуран Рая пишет, что головную боль она таким образом исцеляет, да? Вот мысли исцеляет чувства. Харбар органышнака эртудик. Угу. Угу. Ko'chaga chiqsam, odam bilan gaplashsam, uyga kelib juda ham og'ir bo'lib qolyapman. Boshim qattiq og'riydi, esnayman, ko'zimda yosh to'xtamaydi, ko'ngil ayniydi. Davolanish so'radim, ammo dori ham ichishga majbur bo'lyapman ba'zida. Dori ichish normalmi? To, что вы пьете иногда лекарства, это нормально, это естественно. Я бы вам сказала бы пользоваться и лечебными БАДами, да? Лечебный БАД для блана файдаланин, лечебными травами, таволидиган от лабланам, там, может быть, каким-то лекарем тоже пойдете, да, малым бартабиблегием борсис болады, да, если вы, у вас есть вот хороший лекарь, да, яхша табибоса, можно сходить борсис болады. То есть я к тому, что шунгейт махчума, что когда мы так работаем, в любом случае помощь нужна организму, да, организм георгам керек. Вот, например, я со стройностью, масалама озыш бойча, да, энергетически работала, да, энергетика шлегема. Потом все равно пришло время такое, когда и спорт надо было добавить, да, где-то, и через еду тоже надо было помочь. Шнака вахты келді, хам спорт кошыш керек, хам оқат орқали, ям георгам бередеген вахты келеді. То есть вы не должны отрицать ничего. Хоть на самом деле это маслиги скерей. Благодаря вам, благодарю вас, Сапфирия, я вспомнила. А, так, испилят не поняла. Пришла у кого-то, где работает. И я это глубоко чувствую. Когда я косметологии работаю, все говорят, у вас ток есть. Угу, да, уже началось, да? Мана башым ауырыгын код эткенімді момент тоқтайды. 10 күндан бері дарсына іштішіне тоқтаттым. Так, ланы оқыдейк, да? Нафас сықыш кузатыл япты. Телепортация қылсам, очылып, яна қайталан ватты. Угу.
Gaplashsam konflikt. Xuddi jannat ongida o'qiganlar aytishgandagi holatlardan o'tdim. Ammo jannat ongini o'qimaganman. Ko'p darslarni kodlab yozsam bezovta qilganlarni ko'rgim kelmaydi. Iloji boricha kam odamlarga qo'shilaman. Juda to'g'ri qilasiz, Ararok. Kam odamlarga qo'shilib ishga qaytib chiqqanimdan beri yuragim o'zimda og'zimda urdi. Og'zimda judayam dars qilish menga yoqib qoldi. Faqat ishtiyoqim ko'p. Так. Ishga chiqqim kelib, qo'rquvlarim ko'tarilgandan сразу taxtli farishtam tanasiga kirsam qo'rquv eriydi. Juda to'g'ri. Meditsinani to'xtatib, faqat jangga jannat ongini qilib yuribman. 8-darsdaman, minnatdorman. Unda 3-kursdan keyin yana meditsinani boshlaydi. Eshityapman juda ko'p. Eshitgan sari yangi o'yinlar ko'tarilishlar rosa ko'tarilyapti. Juda og'riqli ko'tarilishlar bo'lyapti. Da, kodlant o'z vaqtida aytasiz. Man qayerim og'risa qo'limdan kelgan hammasini qilaman. Atrofda ko'r odam kasal bo'lyapti, ko'p odam. O'lim holatlari, vazn ozishga korreksiya bering, ishtaha karnay. Bu jarayonda vaznni ozdirish sal qiyinroq. Ozgina qiyinroq. Barchamizni sevaman. Ishtahaga gap yo'q. Qanaqa vaziyat bo'lsa ham gapirib olsam ham hech kimni ayblamayapman. Har bir vaziyat ilohiy deb bilyapman. Так. А, я вспомнила, что я могу исцелить экен. Мне во снах показывали, я косметолог, когда с клиентами работаю, все говорят, что у меня в руках биоток есть. Даже у мамы, у папы спросила о моих дедушек и прабабушек. Вот смотрите, Сарвоноз, да, пишет, Сарвоноз Язвата, что 57 килограммов хочу весить. Диета на яштарб койдам, я не делаю диету, да, и спорт тоже. Спорт тем. Это все вернется, блахама скайта, да, но временно, да, вы будете так выглядеть. Вахтанчас генешнаха корна, что болясас. Но это вернется все, бухама скайта, да. Но временно, да. Потому что я тоже так же набрала вес, там она худшин дох вазан ердам за 2 года и килич, да. И вот сейчас я прихожу в себя эндозимки кайтвама. Так, сіздан жүдайым миннадормы шу білімлеріні бізге бергенізден. Нафас сықыш озымда баш ауырығы. Күшлік кодына айтсам, хам ауырық қомады. Лекен дауыр айтсам, хам қомады. Ауырық қабыл қылып, ішіншке өттім. Мәнке жүдай көп герпес чықарды. Оз гене соқатсам, тезде чықарды. Бірінші курста жүдайым көп күзәтілді бұ жарайын. Еріттім, даваланышына айттым. 2-2,5 ай болды ке герпес чықмай апты, даже соқатсам хам. Bundan judayam xursandman. Rahmat katta. Men bugun 1-marta shahar ichida taxtli farishtam tanasiga kirib, ruhim bilan ulanib, qo'rqmasdan mashina haydadim. Juda ishonchda, sevgida maza qildim. Благодарю. Смотрите. Ваша задача, да, сіз вазифес шундайки, что вы должны будете доработать. А вот я охрагича шлявалишь из керекта. Я понимаю, что для сознания рая сложно 2 курса параллельно вести, да? Джанатанги кикиим была, дикта курса параллельно уж то обарыш. Мне тоже кажется, что это сложно. Мангемшна катуильва табу киендаб. Но если вы чувствуете, приостановите, да, медицину и завершите сознание рая, да, если кто учится, укладки на босса медицина сал тохтат тороп, джанат ангин тугет васиям болада. Это ваш выбор, босса зах анакестан ловис. Смотрите, как у меня было, кариманда канака болда. С 2009 года до 2012 года, 2009-2012 у меня был хронический танзилит, сурункялик, танзилит бороды кесалик.
Вот. И это означает, что если простываешь, теряешь голос, да? Вот, у меня вот такое было. И как раз, если помните, для сознания рая мы начинали ретрит. Я, помните, без голоса осталась. Еще вам тоже написала об этом. Джанатангина ретрита Буаткенда. У вас соскопки. Это месяц до босса с гемми озвардом. Дарс бомида у вас мьодом. И вот, чтобы вы понимали, сосчун, да? Вот этот танзилит тогда обострился. Шу танзилит, обострение холяты и кельды котарланда. Вот у меня у самой, да, узм, да, а я не болела танзилитом с 2013 года по этого года, да, до этого года, вот до того дня. И кими он очень чилда, оша кунгеча, мань бумаген ма танзилит. Бир марта я, овазым йоқалмаген. 2013 yılda, 2022 yıl o şakun geçe. Вот, и у меня это так обострилось. И знаете, первый день ретрита я также без голоса была. Ретрита бранчукуна овас сызыным. И второй день тоже кинчукунем. Только на третий день открылся голос, пока тучинчуку начали. То есть в общей сложности я 6 дней была без голоса, да, до ретрита же у меня началось. Умумно агенда алткун овассыз болдым, чунки ретриттен алдым башланды буда. И вот, чтобы вы понимали, я и исцеляла, и кубировала, и разворачивала, и растворяла, и рыттым, даволядым, очтым, кублядым, хама нарса кылдым, да? То есть это вот кто сознание рая, да, они знают, что это такое, джанатонги да елеем бляды бунны малигины. То, что вы, я вам давала, вы знаете, слеги берген кысмамы слебля следы. И ничего не помогало мне. Хич нарса ярдам бермады. Я пила БАДы для иммунитета. Иммунитет учим БАД лечтым, которых я уже не пила. Маула ичми койудым. И они не помогали мне. Улеем ярдам бермады. Вообще ничего не помогало. До такой степени было обострение, да? Шудараджа дейді котарлыныш. То есть дело было в том, что все помогало на самом деле. Гап шундайдыки, аслыда хамы нарса ярдан берва тут. Все помогало, хамы нарса ярдан берва тут. Да, на самом деле, аслыда. Просто так как хроника поднялась, да, хроническая память поднялась, хроника мздеги, яни сурункялик, и чем из датурня хотра уйгонды, чтобы эта жесткая память растворилась, и я прошла это, да, буката хотра ирап ибнума утшим учун, нужно было время, да, вахт керегида. А так как ретрит, я сильно торопилась, да, ретрит был откен учу манкат шаштам. Поэтому, знаете, когда обострение, все помогает. Обострение богенда хаманарса котарлингенда, харбар каяни шизердам берват кемболада. Просто бывает, что мы иногда не даем время, да? Просто без бархалда вахт пермимас. Или мы ожидаем, чтобы вот как после антибиотиков, да, прошло. А худан антибиотик, чекань за тезу, тут какие-то докошина, котшина, хохлимас, да? Вот, поэтому я хочу сказать вам, шнайт махчидамки, что все помогает, да, все служит. Просто иногда для тяжелых болезней нужно время, да. Малым ркесалилиге вахт керек. Например, для кого-то головная боль это просто вот один код и прошли, да, все, больше нет. Кимучундур кесал, баша орох бита кода, и ты за отпкет, ты башка кайт маслиги мункун. И больше головная боль никогда может не вернуться. А если у вас есть тяжелые болезни, да, то тогда вы со всех сторон должны лечиться, да. Я орке сали босахама, то молла мы доволен шискерей. Вот сейчас МАДО, наш администратор есть здесь, МАДО бзан администратором из Батмобил, да? Нет, да, МАДО? Маду, потому что все же знает хорошо и так. Угу. Угу. Маду, узахама, нарсан, яхшабалат, хаватрамила, админла.
Главный торт та адмиши это Мадодан ташкар. Мадо хамма насан яхши билади, да? Тоғри, тоғри, яхил, тоғри. Майл. Майл, азгин тилим тийиб тура қолайман. Хорошо, Мадон узыге айтамыз. Арзымызды. Смотрите. Есть такая компания, которая выпускает фитопрепараты. Фито дауралы чықара деген. Яни, бутынлы усымлик асосыда дауры чықара деген компания бар. Это... Ойдын Каримов, сейчас отвечу. Это компания Мэйтан, Мэйтан компаниясы. Я позже Маду скажу. У нас есть вундеркинд участница по имени Маду. Вот это вундеркинд, штракчумыз бар. Маду сымли, это наш администратор, за администраторымыз. Хамма курсларына битырып, койлатып койгенді. Шу штракчумызге айтамыз. Она вам даст ссылку, ссылка берады. Почему я вам ничего стараюсь не рекламировать? Да, хочу на самом рекламу масляки харакет кламан, потому что чтобы вы больше с собой, да, работали, ко проходить с блячляш изучен. Вот эта компания Мэйтан есть в Узбекистане. Узбекистан добару компания Мэйтан. Вы можете в Инстаграме их найти. Инстаграм это общий измуку. Маду просто напишет, как пишется все, да. Канака язалишен язада Маду слеги группа, да. И вот можете помогать себе, да, при любых вопросах. Любой савалдозис георгам берсис болада. Но просто вы знаете, никакой БАД, никакой фито энергетически, не, то есть на генетическом уровне, на уровне характеристики не поможет вам. Хачкайса БАД, ва хачкайса доура, генетик дараджа, да, ва характер дараджасы, да, яни характер из озгартыра бермейді, а у характер хотыра коса біләс кесалик кайтурад. А мы знаем, если этот характер, характеристика остается, да, если эта генетическая память остается, то болезнь все будет возвращаться и возвращаться. Это можно использовать все как в помощь, да, яни ярдам тарика сэшлят сез болад. Вот. Давайте еще вопросы про ваши процессы, да? Яна Джарайон Ларис Бойча Савол Ларис. Манда бутунлы гошт махсулатларыны ейеш, кабул кылыш тохтады. Эйланра, отлично, чудо зор, но обратите внимание, лекин ахамят берин, может быть вернется еще это желание, балким бухах шхал кайтшу мункун, если вернется, ой нет, все, я уже не ем, ой нет, я не буду начинать, да, чтоб такого не было, ой, я уже еме обманку, я на хохш кайтып косам, ой, болды еме ман, мабын уже кмим ман дадым ку, дменді мақчыма, хохш кайтса, я на еврасыз. Гуштке хохш күчеген. Еще про процессы ваши вопросы или то, что вы не можете делать. Баджирол муаткен нарсаларис, йоки джарайон ларис бойча. Росыем торт япты гуштке, да, хамырге гуштке каттық тортады. Это естественно. Хамы нарсаны еп, яшаш жуда зор, жуда ям зор. Dunyoda bo'layotgan hodisalarni tushuntirib beraman degandingiz. Xayrira, моя родная, dunyoda bo'layotgan hodisalarni hozir tushuntirgim kelmayapti. Balki retritda tushuntirib beraman. Ya'ni savollaringizga javob beraman. Retritda keyin baribir audiolari ham bo'ladi-ku, agar kela olmasangiz audiosini eshitasizlar.
Вот, бу саволлага албатта жооп берама. Хозир кўпроқ айнама бусларда дарс натижасида нима бўватди, бўлмаяпти шуни ҳал қилишимиз керакда. Бир вақтда 4-та курсга ёзилдим. Яна ишим, уй, бола, энди эрим жанжал бошлаяпти. Меҳрсиз қолиб кетди яна. Да, 4-та курсга бир вақтда мумкин эмас ёзилиш. Ўта жуда ҳам кўп. Баъзи бир натижа ола олмайсиз 4-та курсдан тенг. Манда роса қўрқувлар бор. Оша қандай то'g'ri yozilsa, mana shundoq to'g'ri yozib ber. Prem вот Instagramda qandoq yozilsa, shundoq yozib ber. Uni chatga yozib qo'yish kerak, vazifalar kanaliga, bu yerda emas, bu yerda yo'qolib ketadi, vazifalar kanaliga yozib qo'yish kerak. Endi mana bizda naqada yosh administratorlardan-da, ana hal ko'p narsani bilmaydi, qatga nima yozishi. Aybga buyurmaysizlar. Ман 12 yoshimgacha go'sht umuman yemaganman, sekin zo'rg'a o'rgatishgan. Hozir rosa tortibdi. Suyaklar tozalab, aylik qoqib yana. Так, juda ham retritizga qatnashmoqchiman, o'shanda reslarga chiqib ishga tushib ketarkanman. Instagramda bor. Mani yonimga yap qin o'tirgan odam qizib terlab ketyapti. Chunki energiyalar resursi ochilganda hammasi, hamma kanallar ochilgan. Kichkinamda kalit bu mandagi jarayonni kodlayapman. Ha, sizdagi jarayon va turmush o'rtog'ingizdagi. Manda hozir xohishsizlik kuchayib ketdi hamma narsaga, darslarga ham. Ozgina vaqt bering va go'zal Bakirova vaqt berganda, voy, dars qilishim kerak. Ana o'tib ketyapti. Uyidi-yu buyidi. Hamma mendan oshib ketyapti demasdan prostadan bering shartsiz. Men uy ishlarini qilgim kelmayapti. Uy ishlarini hech kim qilgisi kelmaydi jonim. Majbur qilaman ba'zan. Mana shu uy ishlari bo'yicha tushuntirib beraymi sizlarga? Хотите я вам про домашнюю домашние дела, да? Объясню. Хотите? Xohlaysizmi? Сейчас я вам объясню это. Это карма. Бу карма o'zi. Хорошо. Только 2 минуты перерыв сделаю, ладно? 2 дакыйка танафус кыламан, потому что зарядку надо поставить. Зарядка кой койшим керек, да? Ладно? 2 минуты перерыва, и сейчас я вернусь. Угу. Сейчас, дорогие. Я Хель. Потом вот этот кусок нужно будет выставить. Бу кусок кейн кой койш керек боля, да? В Инстаграм везде, ладно? Сейчас я буду рассказывать. Я проберу. Значит, да, никто не хочет дома, ну, по дому ничего делать, да? Уй бойча хачким хашарса кагисикемид, да? Смотрите, Карин, земля эволюционирует, да? Ер эволюция, да, то есть земля все время развивается, потому что земля живой организм. Ер тохтоусы зарважлана, да? Чунки ер бу трик организм. Да? Вот. И у Земли тоже есть сознание, да, поэтому мы же говорим матушка Земля, она ердеймыз, да? Ерем онги бар, да, шнича она ердеймыз. И есть сердце, да, есть свои чакры, свои центры, юреги бар, да, узен чакралар, маркезлар бар. Ну, это просто грубо говоря, да, я не купал кабайткенда, да, то есть если просто понять, одыкалып, чуншим изучен, да, я говорю, шучу айт вам. И вот в такой момент ваш накопать-то, когда по дому наши бабушки, прабабушки что-то делали, бзан буулярымыз, буулярымызы буулары, да, оналары, уйда, ерда ишлап, да, далалада ишлап, уйда ишкылышкенда, тогда это был вынужденный процесс, да, был. У пайта бу маджбури джарайон буген, прошу прощения. То есть на тот момент сознание у людей было еще инстинктивное, да, в области первого центра, первой чакры. Онг инсонлана онги у пайта инстинктив онг буген, бранч чакра да дойраста. И в сознании первого центра, бранча маркиас, бранча чакра дойраста, бу инстинкт, да. Это инстинкт, то есть это еда, интим,
сон, да, вот на таком уровне, да, а дом это просто лишь бы вот, чтобы под, над головой крыша была, да, а уйдияна просто, чтобы ваш языки паста том буса болды дегяна идет шунча. Правильно же, и дома же такие строились, ва уйлемшна кокурларда. То есть главное, чтобы была крыша, да, и чтобы где-то зимовать, да, и они там из боса болды, да, кайта друг шот ксес болды, да. Поэтому всех кормила земля, да, у всех были огороды большие, у всех были земли. Шничан хаманы ер боккан, хаманы котта-котта ерлары боген, огородлары боген, да, экин экилген. И наша задача была и хлеб делать, потому что еще хлеб не продавалось, да, бзана вазифамыз нон кылыш боген, чунки халы нон сатылмаваткан боген. То есть это были вынужденные процессы, бу маджбури джарайонла боген. Потом мы этого пережили, да, перешли на другой уровень. Бзу буны яша боттик, да, ва башка дараджаге оттик. Тогда, когда мы уже начали уже теперь обучаться, выбирать себе профессию там, кин окши башладик, озымызге кясп танлаши башладик. Вот наши родители, да, бзану атанамыз, кто в 50-е, да, родились года, 50-е илле тугулганлар. Вот они хотели быть инженерами, архитекторами, да, вот инженер, архитектор, богилар кигяуля. Вот в фильмах же тоже есть, да, фильм «Ладеям Барко», «Малхалада Дудугя», инженер Боламан, консервозавод Дэшлима, архитектор Боламан, да, то есть вот это вот все процессы, это уже был уровень, на следующий уровень мы переходили, да, на вторую чакру, и кинч чакра геотеп, уже мы не думали о том, что о, есть же крыша, все уже. Томам из барку башу нас добыл до мастик. Мы хотели дальше идти, да? Я на ямке не рахкет кем скелярда, да? Потому что земля тогда сделала следующий переход, да? Еркинги вот шдаврда это уже. Теперь земля перешла еще на следующий уровень. Я не ям кинги дараджаге отта, да, это уже наше время, кто 80-е, 70-е, 90-е родились, кем етмушинчи, саксонинчи, тохсонинчи елиды тугылганлы, мы уже хотели и машину, и красиво одеваться, да, нам недостаточно было, что мы просто архитекторы. Бізге уже етарлы масты архитекторлигимыз, ана аватанымызге хызмат кыламыз, она консервозаводы да ишлаваман деген шунчи бізеге тоғыр кемасты. Помните, да, если адам, біз хам машина хохлардик, хам сотовый телефон хохлардик, хам чурали кингимыз келарды. Правильно? Вот это следующий переход, да, был? Кенге отыш болды. Сейчас земля все эти старые платформы, пирамиды закрыла уже, да? Сейчас земля находится на четвертом измерении. Хозыр. Ер тортунчу ольчамда, то есть в центре сердца, да, юрек маркезы, да. Ва бухамма эски платформала, эски решеткали ёпылда. Они не работают, уля ишламида. На старой платформе мы должны были по дому все выполнять. Эски платформала, да, уйдахам асны баджаршимыз керейда. Сейчас кому это интересно? Схозы кимге бу кызык? Сейчас даже люди есть такие, у которых нет вообще домов своих, да. Шнақ адамлар бар, хазы олан умума озларын уйы йоқ. У них вообще нет своего дома, да, озларын умума уйы йоқ. Они хотят по всему миру жить. Для них это как бы вся планета, это и есть, это и есть их дом, да. Бутун сайора уля учен уланы уйы. То есть сейчас никому не интересно, вот как в Америке, да, Америка, знаете, да, давно-давно, я не знаю, наверное, на 200 лет развитая, да, чем мы, минимум, да, и кюзильге олден, да, бздан. И там, например, дома строят без кухни, спокойно, вот для них нормально, что в доме нет кухни. Уледа уй, кухня со скурлышем, ашханасыз, да, Америка, да. Уля учен нормал халат уйда ашхана бомаслик, потому что они дома не готовят, да? Уля уйда ухат кмит. Я не говорю, это хорошо или плохо. Буны яхши яки ямон дыми апма. Это следующий вопрос. Бу кейнги саволла. Дело в том, что это нормально уже сейчас не хотеть, потому что хотеть по дому что-то делать, это низкие частоты, это старые платформы.
Уйда хардам нумадыр ишкигиси келиш, бу эски частотала, бу эски платформала. А эти каналы, эти порталы закрыты уже, они завершились. Бу портала, бу канала ёпыл бутонле. Поэтому сейчас не из-за того, что у людей есть денег и они берут домработницу, да? Уйда ёрдамчи олишадыко, пуллар барлигидан олишмиды. Они находят деньги, потому что не хотят делать, да? Одамлар пул топады, шу ёрдамчигида, чунки озлари кигиси келмейди. И сейчас вот посмотрите на ваших детей, хозы болларизге карин, а им вообще все равно, улеги умума фарка ёк, да? Им лишь бы вот тиктоки снимать свои и все, правильно же? Улар факат озларин тиктоконы олушса болды, да? Улеги вообще кызгамас, сіз уйизам, кухнезам, и вот хоть нас оказалось, да, то есть пшырых пшырола, да, майома, да, умеет печь, не умеет печь, вот им вообще без разницы, да, мафарка их, потому что они понимают, что лишь бы были деньги и развитие, да, рводжи босса, вапулю босса болда. И поэтому, чтобы люди перешли на другой уровень, на дальнейший уровень, одам ля кенги дарджаги чхшучун, закрыли эти порталы, да, закрыты сейчас на земле, бу порталы, бу каналы, ерда хозы ёпых, поэтому у всех отбираются желания, шунчун хамма, да, хохыш оле надо, по дому что-то делать, уйда намадыр кылыныш хохыша. Теперь, по дому что-то делать, это кармическая жизнь, да, уйда намадыр кылыш, бу кармаге сосланген хайот, это сложная жизнь, да, бу кыйын хайот. Поэтому это естественно, что мы дома вообще ничего не хотим делать, да, уйду умахша сакаги маске маслиги, буджуда таби. Как бы что-то все равно делаем, бар, ну маля дуркламыз, я тоже делаю, манам клама, я тоже прибираюсь, да, манам ештарпкой манда, но все равно есть помощница, которая приходит и уборку делает, гладит, да, барбар ярдамчи бар, келеп уборка клада, дазмал кладыген, да, да. То есть этим хочу сказать, бунайт мохчиманки бублан, это карма без остановки дома убираться или что-то делать. Уйда тохтовсыз бірнамақ кылыш, хардоим қатландыр ештырыш кармасы ёпылды, да, оно закрыто уже, это карма. И открылась новый уровень сознания, когда ты себе можешь позволить не выполнять это все, да, янги ойн дарадясы ачылды, озизге рухсат беролышыз, хеше сақымаслыкке. Почему у вас сильное желание по дому ничего не делать? Неге сізді қатты хохыш бар, уйда умақшын сақы кеске маслыге? Потому что это кармическая жизнь, трудная, тяжелая жизнь, бұ кармаге асосланген хайот, оғыр, қиын хайот, и вы хотите это закрыть, бұн ёп кескеледі. Конечно, албатта, если мы сравним с жизнью нашими мамами, папами, отанамыз білен салыштырсек, с родителями, да? Улар білен салыштырсек, у нас легкая жизнь, бізді осан хайот. У них даже воды не было, да, они воду таскали. У леда суам бомаге, у леда су ташишке, на уйе, правильно же? Торм? Вот. Но на той чакре земли, на той чистоте, на том сознании земли, еру у онги, да, это было нормально таскать воды, да? Уйе су ташиш нормал холят, да? Сейчас земля не на том уровне сознания. Ерхозер у ондамаз, да? У нас обязательно должна быть горячая вода. Альбатта бізді суксу большкере. Холодная вода, соуксу. Никого не интересует, что воду надо таскать, да? Никому это не нужно. Хичкинге керема су ташкерелеги, да? Вот, поэтому шунин учун. Никто уже не хочет делать, потому что это уже кармическая жизнь. Это тяжелая, сложная жизнь. Бу огыр кыйын хайот. Вот, все, что кармическое, да, это очень сложные какие-то ситуации. Бу огыр вазиятле, бу кармический гекрады. И теперь вот ваши дети не хотят ничего делать, да? Фарзантлариз уммахши сакагискеме аптыму. Вот доверяйте им еще нину леге. И дайте им эту возможность, бу шарой таберин, и они сделают так, чтобы у вас была помощница. Это ярдамчиз болышыге, сізге ярдам берешады. Да, манамаша оқат пішіргескеме қолышы, уйықштыргескеме қолышы, башқа хайотке, башқа дәрежеге отышке тайорсыз дегені. Айдан Каримова, хышын сақымаслигимызы сіз түшінас, хамашу онге келішіні қоқлиман.
Агар сіз өзіңізді шығыншысы қығыз кемасылығыны қабыл қысыз, если вы примете, признаете, что вам ничего не хочется делать, то вокруг все это примут и признают, да? Могут признать. Просто чүнкі шынақа растанам, потому что действительно так. Конечно, вы все равно и детям что-то будете готовить, да, на уровне там каких-то завтраков, там каких-то обедов. Албатта фарзантларизге тайёрлисиз сокат, и укладывать будете их, да, и купать будете, чомултарасыз, ятқызасыз, ухлатасыз. Но в общем, если женщина не свободна, если она вот сейчас какой мужчина, кайсы эркек хозыр озданоза, да, то есть без причин озданоза возьмет там большую землю, кого-то еролеп озыге, и скажет, вайтада, все, я буду сажать что-то и сам там работать, да, это наш экеманда озамишлиман. Вот никто же не хочет этого делать. Они могут взять землю, но там кто-то будет работать, да, за деньги. Уля ер оляды. Лекин у ерды кимдур ишлиды, да, пульге ишлиды. Яни пульге ишлетады, да, то есть за деньги. Это нормально. Редко кто берет большую землю, да, и сам работает. Но если только любит это, да. Кемден кем подам. Ер алып, өзі ішлейді яғыда, фақат ең жүді қатта яқшы қормаса ері, оның үшінам жүді қатты ері алмайды, кішкені ері алады. Тоже самое с женщинами, а ерлі білінім ходы шынақа, да? То есть это естественный процесс, что вот это все уже уходит, да, бұл ахамас чықып кетватты. Заметили, да, Ахамет Бердизма, мы все время хотим красиво одеваться, дома красиво ходить, чыралы кингіміз келады. Вот уйдем чурали юргимыз келады, да? Смотрите, какие одежды для дома сейчас, да? Уйчки им ляна карен хазар. Раньше почему мамы не могли позволить красиво одеваться дома? Неге олдан аналарымыз чурали кейни бюр алмаз туйда. Настолько было грязной работы много, кыр ишшунчали копадыки, что она не могла позволить себе красиво дома одеваться, да? Бюр алмаз тозыге рухсат уйда чурали кейни бюрышке, шу дарэджеда кыр иш копады. А сейчас, айнан, тұрмышыртағызам құдышына қада. Например, вот вы готовы полностью на улице быть, так, бұтынлай көчеді үрішке тайырсыз, там, спортом заниматься, за собой ухаживать, өзіз білін шоғыланыш, спортке барыш, тегізді машинез болса, да, но лишь бы вот по дому ничего не делать, фақат үйдақшысы қекес кеміді, потому что это уже не ваша карма, дома что-то делать, да? Уйда на мадур кылыш, уже сызы карме измаз. Да, это не ваша карма, бу сызы карме измаз. Вы уже чувствуете, сыз уже хыс кыласыз, что это не вы должны делать, буны сыз кылыш искеремаз. Это для других, да? Вот кому нужны деньги, пуль керек адамлян кармасы. Вот, да, вот работа тоже делится на кармическую, не кармическую работу, да? Карма асасылан, карма кармический ишбар, да, кармаги кармидиген ишбар. Вот, то есть убирать это тоже кармическая работа, да? Я штраш бьем кармический ищ. Поэтому земля уже сделала переход. Ер от башка ульчамге и без остановки проходит дальше. Вот, тохтовсыз отшты даламет ватта. Поэтому эти вибрации не работают, бы вибрация лишь шлямяпта. Поэтому очень много домашней работы, да? Когда не хочешь, не выезжаешь, да, на удаленно работаешь онлайн, да, онлайн ишкоп, кочеки чыкмастан уйды ишлисыз, да, потому что людям уже особо и не хочется выходить, у них коп чыкларям кемяпта, хочется в своем мире побыть, да, узын дуньоларда боги скеват, поэтому сейчас потихонечку уже никто не торопится замуж, да, хичким эргетейшке шашмяпта. Почему неге? Потому что понимают, что пока не будешь готовым, да, ты не можешь жить счастливой, да, в семье. Токи онгин тайор бумагунча, бахли бололмаслигин сезада, да, инсан. Вот здесь в Турции девочки и в 40 лет еще думают. Кыркияшы, да, халу ойлешат.
Вот я здесь знаю одну женщину, Битаю Алабалама, ей 38 лет, от Сакка Звёшта. Она еще думает, готова ли она к замужеству. Халу Илаватта, Тайор Ма, Эргитишки, Йолма. Здесь очень много таких. Джуда Копшнака, с одним мужчиной разговаривала я, ему 42 года. Он доктор, битеркек билан гаплаштым, у 42 яш, доктор. Он, я спросила у него, сорадым, ойлез барма? Да? Я говорю, есть у вас семья? Он говорит, нет у меня семьи, я еще, говорит, морально не готов. Махал рухан тайор масма. Они прям так и говорят на турецком, да? Туркчедышна хабуларике, рухим хазар диль. То есть, мой дух не готов еще, да? Вот так вот они отвечают, шундаджабиша. То есть это оказывается настолько для них естественно, шнакатаби, и вот в 45-47 лет они понимают, что теперь они готовы. Потом потихонечку начинают создавать, да, секин-секин ярат шарики. То есть и к этому уже приходят ваши дети, да, наши дети уже фарзантларымызам шуанге келешватты. И вот они сейчас не будут торопиться. Уля шашми, да? Вот, например, мой папа до сих пор мне говорит, что вот у тебя нет детей, а тебе уже 39, да? Вот столько зёшта сам фарзантларин йог. Вот он до сих пор это говорит. Хали гечик я брат, да? И вот я ему сказала недавно, я когда это, я говорю, ой, здесь, говорю, 40-летние еще думают, готовы ли они или еще не готовы, да? Мы на этом бейте 40 лет или халу ойлават озу, тайор ма рухан, халы тайор масма. Я говорю, я хотя бы два раза вышла замуж и два раза разведена. Ман кяма дадым, ки марта эргит, эпи ки марта аджирашке, ман кяма дадым. Вот, то есть, ну типа успокойтесь, да? Яни, анаха камихова троменды гендик, да? Понимаете? Поэтому эта карма закрыта уже для человечества. Бу карма ёпылды инсуаният учен. Поэтому вот... Сейчас здесь, знаете, в Турции какая ситуация? Турция добля смаканака вазиат уже. Вот строится же, да, квартиры. Квартира ла курладыку. Если в квартире нет бассейна общего, да, никто не хочет покупать. Агер курлген квартиран умуми бассейна бомаса, яни уша яшаучили учен, хичким сотваги скемит. То есть никто не хочет идти в общий бассейн, там где-то, да, в районе, башка район ляда, умуми бассейн ля бару котта, як хичким барги скемид. Каждый хочет свой бассейн, хам озен бассейн нахохлид. Еще и они на берегу моря, да, живут. Я на деньги забой, да я сейчас, нет, и море должно быть, и бассейн, и хамам должен быть, хам хамом лар больше керек, сауна лар больше керек. Вот если так, то покупают. Шнакабосы сотвальшат. Если не так, то не хотят покупать. Бомсы сотвагиляры кемид. Да. Именно поэтому это карма такая, да. Я вот часто говорю, манкоп айтаман шнакадып, часто об этом говорю, коп айтаман, когда мне говорят, а почему вы не делаете по дому ничего? Неге уйдахшнар сакмисыз деп айтышса? Я говорю, это не моя карма. По дому что-то делать. Уйда брар иш кылыш, бу маны кармаммас деймин. Это я эту карму завершила. Букарман моя кунадам демен, то есть я не должна делать дома что-то, да, то есть кроме минимальных каких-то процессов, я не минимум джарайон лабор, да, кямада баджаршим керек буген, вот, только их, да, я делаю, факат шлян клама, то есть для меня тоже это уже нормально, да, манучина бу нормал холят, поэтому сейчас никто не гордится, что он очень вкусно готовит плов или какой-то салат. Малум бір салатты жүді мазалек қылышы, яки малум бір оқатты мазалек қылышыны хичким уже мақтамидді. Новый год никто не хочет дома встречать, да? Яңгі елі хичким уйды күткісі кемейді, вы знаете уже. Здесь тоже так, беттем шынақа все уезжают в гостиницы разные. Хама отеліге кетады, да? И там встречают, яғда күтішады. То есть никто не хочет делать оливье 30-го, да? Хичким 30-го, да? Оливье қыгісі кемейді.
Все едут куда-то, где-то отмечают. Хама каткедр борат. Никто дома не хочет. Никого не удивишь этими салатами уже, да? Бу салат лабланхчики махайрон калдармис уже. То есть все хотят веселья, да? Хама хурсанчилик хохлида. То есть эта карма закрыта. Это понятно вам, да? Чунарли будем, бу карма ёпух. Поэтому все сейчас дома тоже строят без огородов, да? Даже элементарно для зелени. Нет, да, вот мы дома узбеки любим базилик, чтобы был, да? Без узбели яхш корамзу, райхон ла сепльген боса уйда, укроп ла сепльген боса, узымыздан зелень чықып тұрса. Никто не хочет этого сейчас, хич кем кыгис кемид. Понимаете? Все хотят легкой, прекрасной жизни. Ях, как вот Яхель сейчас написал, Яхель Йоздаку, все хотят легкости. Хама енгелли хохлида. Именно айнан. Поэтому это естественный процесс. Табиджа район хотеть, да, и стремиться к этому, потому что мы уже перешли к этому сознанию. Бо онги келдик. Но какие-то убеждения, леким малум бр крорлила, вот, нет, надо, чтобы все делали. Хама кылшкерик, особенно невестка, айнахса келин. Надо делать, все должны делать. Хама кылшкерик, первый, второй, третий компот, да, брынчик, кинчу, чинчу, окат, тортынсиге компот большкерик, или еще что-то, йояна намадур, это уже не работает. То есть, если мужчина будет требовать от жены это, а яр эркекши айолдан буны талап кылурса, жена это должна будет балансировать, да, айолы буны баланс кетшурварады, или баланс йоқварады, или она очень много будет требовать денег, йоки коппуль талап қылады, сама того не понимая, озы чумаген халды, или много золота, йоки коптырла, или очень много путешествий будет хотеть, да, йоки копсайохат хохлида, понимаете, да? Вот, то есть все уже к этому пришли, поэтому не заставляйте детей, берите этих помощниц, пусть они приходят, йордамчила алинда, келшсен, обучайте своих помощниц, говорите, как вы любите, как вы не любите, да? Йордамчиларизге оргия тенге апарин, канака яхш корасыз, канака кыса йоқтырмейсыз, сізге канака больш керек, да? Вот, как вы хотите, да? Вот здесь так, бетті шынака, и здесь, то есть, по дому убираться, да, это, в принципе, очень много стоит, чем в Узбекистане, да? Узбекистан генеспатан чудо коп пультурады, бьёда уйе, агер ярдам чалсез. Вот элементарно, да, от дыгина, вот в стиральную машину нужно положить вещи постирать, да, кармашина сеге просто юшке нарса койшкерей. Вот мне, например, пока сложно вовремя это стирать, да, манге оз вахта да крюш, да кыен. Бывает постираю, потом забуду повесить. Болады шынақы юб қойманды, кейін осып қойш есімден шықады. Потом повешу, сабрать забываю, да? Осып қойгамдан кейін, дордан еғыш есімден шықып қолады. То есть, у меня тоже бывает так. Вот, и... потому что вот это уже не наша карма, да? Бзана карма маз. Да. Ну, Сарвназ, если мама хочет убираться, и вам это нормально, отблагодарить маму каждый раз, если хотите, это нормально. Агар ойс за уизда яштармахча боса, ростан узы хохласа, вас с гем бу нормально боса, онеге пуль береш, ишлесалы пуль берсес нормал холят бу. Например, у меня была ситуация у клиента, да, раньше, когда я работала, с клиентами, клиент лабнеш легенда олден, вот индивидуально, да, индивидуал равышта. Вот у одна женщина очень хорошо смотрела за своим внуком. Бар айол узаны неварасы гиджеде яхш карар икен, да. Вот ее дочка, да, улана кызлары, вот пришла ко мне, келеп манге, она говорит, я хочу, говорит, найти няню, няня тапкин кеват фарзандымге, но, говорит,
Моя мама так хорошо смотрит, она уж такая зоркая, да? Я бы, говорит, хотела бы, чтобы мама смотрела, она нам хорошо хохлардом. Я, говорит, нашла няню за $500, $500 няня топтом, но на тот момент, да, или я не знаю, почему такая цена, я говорю, на канарх бульмадом. И говорит, но, говорит, я маме, конечно, больше доверяю, она мне купила шанчатом, но я, говорит, стесняюсь ей предлагать деньги. Пультакли в колышке у Яльвама. И я говорю, а вы поговорите просто с ней. Я пляшу в курин. И вот она поговорила, сказала маме. Оказывается, маме так нужны были деньги. У нас и геростан каттых пулькерей будет кенекен. И она так обрадовалась, что на кахурсан будет кетта айлара. И она сказала, да, конечно, давай мне эти деньги. Я все время буду смотреть за ребенком. Манги биршу пуль махар даем карабирам афарзан гидбайтта. И действительно это выровнялось, да, в Тогурланде, и все встало в свои места. Хамасы джой-джой гечшты. Вот поэтому, если не хочется ничего делать, примите это. Хэшэнсэ кэгэскэмэсэ буна кабул кэлин. Найдите тех людей, которым сейчас деньги нужны. Пулькерик бэвэткэн адамлан топин, да, и платите им, чтобы они убирались. Улеге пультолин улейш клышсен, да, чтобы они там что-то делали по дому, они помогали вам. Это же, это естественно, будто обиде район. Ревелира, да, ревелира, вот это уже есть, да, ревелира Йозгендек. Что джахлис чкпкетурш, да, талапчан бобкетурш из Бутабиджа район. Это действительно так. Роста нам шнака, ну, ты не можешь, да, это принять, бо на кабул кололми колесес. Поэтому, значит, вы уже перешли все, да, участники Демикбиттеяха, Миштрапчила Утп тоже. Значит, вы уже в сознании вне кармы, да, карма Данташкарджа район, да, сес. Поэтому вам уже такое не хочется делать, шнучум баджаргиски мепта. Значит, еще раз давайте я напомню. Я набор марта, если это ботаман. Насчет ретрита, я как почувствую, я помню про ретрит ваш, ретрит Илесим, да? А как почувствую, сразу напиши, если ашимлен йозварама, сразу слеги. Я не хасклышимлен йозварама. Сейчас смотрите. Очень важно, чтобы вы слушали уроки. Отдыхайте, давайте отдых, но слушайте. Дамбирап, дамбирап, лекин эштин. Кроме этого, у Наташкара очень важно джудамухум исцелять, да, себя, кады повторять. Кодлана кайтараш, ваузан доволеш, джудамухум, да, исцелять мысли, как я сказала, майткендик. Вот для кого-то 3 месяца работает, и все, вот мощная работа 3 месяца, и достаточно. Но это после курсов, да, я не курсы тугегенденкиен. Уч ой ишляса, етарли болады кемлегедур. Но для кого-то нужно год работать после курса, а только потом достаточно. Кемдур бір ел ишляш керек курстан кейн, факат шында етарли болады. Поэтому вы не сравниваете себя ни с кем, хич кем блен салыштырмен. Если у кого-то еще что-то не проходит, кемдадур намадур хал отму откен боса, просто примите процесс жарайаны кабул кылын. И работайте дальше. Я, например, со здоровьем, да, вот полностью, например, я когда с гепатитом С работала, да, я целый год работала. Гепатит С, блин, шлеваткенда барили шлегема. Но это был 2012 год, по кими он и кинчи ели, да, на тот момент в старых платформах, у эски платформа, да, мне только с одним органом год пришлось, да, работать, битта орган, блин, барили кеткен, шлешкен. А сейчас в наших ситуациях нам 3 месяца достаточно, да? Но после курсов. И они курс не считается, то есть. Бзеге хозбу вибрацеле уч ой етада. Факат уч ой мустахкем иш. Курс ле кармиды. Курстан кейндан башлап хсаплисыз. Курс тугегендан кейндан башлап хсаплисыз. Lola bo'ladi. Yozganingiz boshqacha juda chuqur ishlaydi yozilgani.
То есть я почему вам рассказала про обострение? Метатромбы, да? Почему я рассказала про тонзиллит? Чтобы вы понимали, что у меня не проходило это вообще, да? Умума от мякалда, да? Вот вообще никак не проходило. Хич от мад. Вот, то есть я сама, да, вам это все говорю, да, у меня у самой не прошло. Сызгейт турмозм дотмад. Потом я вспомнила, кей эсладам, что я с 2009 года до 2012 я болела хроническим тонзиллитом. И кимин то кознай кимин он и кинчил кошелеп, да, и кимин он и кинчил блям брге. Сурункели тонзиллит богеном эсладам. Я вспомнила, что я голос теряла, а у вас мёк калп калшен эсладам. Да, и я вспомнила, что оно просто выходит, у таркет вот. И не надо торопиться, сейчас шкеримас, уже что будет, то будет, и нема босы шуболя денда, да? То есть, понимаете, да? Потом я, когда вернулась с ретрита, ретрит танки я накин, через несколько дней опять простыла. Ретрит танки я барнечок накин, я нашел маляп холдом. И уже в этот раз, второй раз, я уже голос не потеряла, я уже исцеление работали, понимаете, да? Уже довольно алдым. Кинчи марта уже овозум йоқалмады. Надейра говорит, видите, уже голос у вас не теряется, қарай уже овозис йоқалмапты. То есть я, во-первых, часто простывать начала, да, вот после курса, курстан кейін тез-тез кәсәл болдым. То есть я с вами заново прошла эти процессы, да, башқаттан оттым, слаблям бу жарайонланы. Поэтому знаете, шуның үшін білінки, что иногда это очень время занимает, но курс не считается. Лекин курс хсапламида. Основная работа начинается после курса. Асоси иш курстан кейн башланат. Хорошо? Вот в 3 месяца, да, или 4 месяца весь курс мы не считаем. Учтор айбутун курсом захсапляемас. Во время курса мы поднимали частоты, мы только учились, как работать. Курс давал мы до частоты ляны котарватудик. Эндоргия ватудик кандавышляша. Особенно это для новеньких, да, айнахса янги штрокчили очень. Кто в сознании рая, они уже понимают процесс. Джанат анги дегеле чунып турады буджа район ляна. Мои родные, если нет вопросов, мы будем прощаться. Саволь ларис бумаса бас хайрляшамас. Я тогда еще раз сделаю эфир, видео эфир, да, я набор мартаклама, видео эфир, и мы с вами поговорим, бас сизблен гепеш валамас. Я тоже каждого благодарю. Харбор из Геташеккурларум Балдараман. Люблю нас всех. Харбор Массеваман. Я вас очень прошу, всегда дайте отдых и потом продолжайте. Дамберин. Вахар даем давамитинкин. Счастливо. Целую нас всех. Харбор Мазопфуколаман. Люблю нас.